Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить вкусные картофельные гнезда с курицей, грибами и сыром. Идеальное блюдо подходит для праздничного стола, а также для вкусного семейного ужина. Блюдо очень вкусное, оригинальное, равнодушным точно никто не останется. Картофель заливаем полностью водой, добавляем соль и отвариваем до готовности. Нарезаем мелко лук. Куриное филе нарезаем небольшими кубиками. А также мелко нарезаем грибы. Сыр трем на крупной терке. На растительном масле обжарим лук до золотистого цвета. К луку добавляем куриное филе, хорошо перемешиваем и жарим 5 минут. Добавляем грибы, черный молотый перец, карри, соль и все хорошо перемешиваем. Как только из грибов выделилось много жидкости, добавляем сметану, а также 2 столовые ложки сыра от общей массы. Все хорошо перемешиваем и будем тушить до тех пор, пока не испарится вся жидкость. С картофеля сливаем полностью воду и делаем пюре. Сюда же добавляем сливочное масло, а также одно яйцо. Добавляем 2 столовые ложки крахмала и все хорошо перемешиваем. Как только испарится вся лишняя жидкость, начинка готова. Берем кондитерский мешок, одеваем его на стакан и перекладываем сюда картошку. Противень застелим пекарской бумагой, смажем его растительным маслом и при помощи кондитерского мешка формируем наши гнезда. Лучше всего формируются гнезда, когда картофель еще теплый. Каждое гнездышко наполняем начинкой. Сверху делаем дополнительный бортик из картофельного пюре. Сверху посыпаем сыром. И отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 20 минут, пока расплавится сыр. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 18 гнездышек. Сверху можно украсить укропом. Вот такие вкусные румяные картофельные гнезда с курицей, с грибами у нас получились. Всем приятного аппетита и отличного настроения. До скорых встреч. Пока-пока.